Живописные картины в центре города. Вот уже полтора месяца на пересечении улиц Куйбышева и Льва Толстого зияет яма прямо посреди тротуара. Все работы, из-за которых пришлось распахать покрытие, уже закончены. Осталось лишь восстановить асфальт. Но предприятие тепловых сетей с этим не торопится. Городская административно-техническая инспекция по благоустройству делает последнее предупреждение. Самое, наверное, видовое место – улица Куйбышева, Льва Толстого, напротив администрации городского округа Самара. Два на два. Квадратик. Никак не найдут себе силы ПТС восстановить. Напоминаю, что если, значит, вы в ближайшее время не восстановите до конца недели, то повторно будете привлечены к ответственности. Поэтому будем наказывать жестоко. Эту проблему поднимают на еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства. Из порядка 600 вскрытий примерно половина на совести предприятий тепловых сетей. Ресурсники уже закончили плановые и аварийные ремонты теплотрасс, но так до сих пор не привели в порядок места раскопок. Первый вице-мэр поручает закончить эту работу как можно быстрее. И все, что связано с видовыми, будем говорить, площадками или местами, будьте любезны, устраните их на сегодняшний день, пока погодный фактор работает на нас. Процесс нуждается в срочном ускорении, уверен Владимир Василенко. Восстанавливать асфальт и приводить в нормальный вид газоны по всему городу должны одновременно 6-8 бригад. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков, Сергей Баскин. События.